Итак, всем привет! Всем привет! Многие ждали данное видео, видели уже все наш ролик о Parallel Desktop, то есть виртуальной машине. В этом ролике я хочу разъяснить данную тему, потому что не у всех получается это установить. Поэтому смотрим внимательно. Если будут вопросы, добро пожаловать к нам в телеграм-канал. Ссылка в шапке YouTube. Поехали. Вот я специально подготовился. Частая ошибка, которая встречается, у нас здесь Operation Not Permitted. То есть вот. Данная ошибка фиксится следующим образом. Мы заходим в настройки, защита и безопасность, снимаем защиту. Далее мы идем в доступ к диску, нажимаем плюс, идем в программы, утилиты, терминал. Открыть. У терминала есть доступ к диску. Второе. Второе — это разрешить установку программ из любых источников. Для этого есть у меня тоже команда. Зажимаем Ctrl, вводим пароль от системы. Переходим в системные настройки защиты и безопасности. И мы видим, что появился пункт из любого источника. То есть вот. Для работы shell скриптов я рекомендую иметь в системе либо Xcode, либо command line for Xcode, то есть инструменты и командные строки для Xcode. Для этого мы запускаем вот command line tools for Xcode. Запускаем, устанавливаем. Все предельно просто. Подтверждаем эту установку. Немножко ждем. Я все оставлю в телеграм-канале. Разумеется, все будет. Строго по видео надо будет делать, и все получится. У вас должен быть либо Xcode уже со встроенным command line, либо отдельно. Инструменты, командные строки для Xcode. Поехали дальше. Вот эта папка безопасность. Что я рекомендую сделать? Я специально зашел в рекавери. Я прошу прощения за грязный дисплей. Просто нечем почистить. Мы идем в режим восстановления. Нажимаем «Забыли все пароли», то есть вот это. Затем вводим Apple ID и пароль. Попадаем в режим восстановления, нажимаем утилита безопасной загрузки, то есть утилиты, утилита безопасной загрузки. Выбираем наш диск, жмем политика безопасности и меняем с высшего уровня безопасности на этот вот сниженный. То есть должно быть вот так. Сниженный уровень безопасности, и все галочки должны стоять. Нажимаем ОК. Вводим пароль от учетной записи нашего Mac. Ожидаем и получаем сниженный уровень безопасности. Вот такого плана. Далее. Что мы делаем дальше? После того, как мы все это сделали, дали доступ к терминалу, к диску, включили пункт «Установка программы из любого источника», понизили уровень политики безопасности на сниженный, поставили command line for Xcode, либо сам Xcode. Открываем папку скрипт, нажимаем двумя пальцами по трекпаду. Если это MacBook, если это iMac, то если у вас трекпад, конечно, тоже двумя пальцами по трекпаду. Если мышка Magic Mouse, правой кнопкой. Свойства. Открывать в приложении терминал, то есть по умолчанию. То есть мы идем другое. Программы. Так, рекомендуемые мы убираем. Все программы нажимаем. Переходим в утилиты. Терминал. Добавить. И после того, как мы добавили, мы нажимаем настроить. Вы действительно хотите открывать все схожие документы в программе терминал. Продолжить. Далее. Мы включаем VPN. В моем случае это Urban VPN, он самый бесплатный и самый лучший.
подключаемся к Германии, разрешить. Далее мы идем на сайт Parallels. Только делаем мы это не через Safari, мы делаем это через Google Chrome, либо через Яндекс браузер. Система свежая, поставлена на второй раздел специально для этого ролика. Не обращаем ни на что внимания, концентрируемся на том, что я показываю. Идем на сайт Parallels и нажимаем Free Trial, то есть скачиваем с официального сайта Parallel. Download Free Trial. Окей. Нажимаем Download Parallels. Все, скачали. Запускаем. Открыть. Принять. Скачиваем параллельку. То есть она скачивается, устанавливается, все. Вводим пароль от системы, нажимаем далее, окей, 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 закрыть. Идет запуск, мы нажимаем пропустить и закрываем полностью параллельку. Она у нас, мы это закрываем полностью. Переходим к самому интересному. Нажимаем Ctrl и нажимаем на этот файл. Открыть. Теперь в терминале вводим пароль наш. И нажимаем Enter. Теперь запускаем параллель Desktop обычным образом. Я нажимаю пропустить, я нажимаю о параллель десктоп, и что мы видим? Бизнес-версия 18.02. 18.02 бизнес-версия. Также, важное уточнение. VPN мы не отключаем во время установки, скачивания параллельки. А также, если придет обновление, чтобы скачать обновление виртуальной машины, нужно, чтобы был включен VPN. Только тогда получится скачать. Все файлы будут в Телеграме. Все то, что я говорю, все работает. Второе видео подряд по параллель десктоп. И опять все работает. Папка со скриптом и остальными файлами будет в Телеграм-канале. Заходим, подписываемся, забираем. Если видео понравилось, лайк, подписка, комментарий. Мы ждем вас в Телеграме, если у вас что-то не получается. Компьютер это MacBook Pro M1 Pro, то есть Apple Silicon. До встречи в новых роликах. Всем пока.